С сегодняшнего дня жители нашего города вновь смогут обратиться в медучреждение для профилактического обследования своего здоровья, пройти диспансеризацию. Где, как и когда можно это сделать, уточнял Аркадий Ефимович. Такое медицинское обследование, как диспансеризация, которую медики настоятельно рекомендуют делать каждому не реже одного раза в год, в связи с ограничительными мерами, было приостановлено. На сегодняшний день Минздрав разрешил возобновить профилактические обследования. Почему мы возобновили, так сказать, свою деятельность? Потому что намечается определенная стабилизация процесса уменьшения, так сказать, остроты и эпидемии. Сама цель диспансеризации осталась прежняя. Это выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска развития их заболеваний. В эту группу входят хронические неинфекционные заболевания. Это болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, сахарный диабет, болезни системы органов дыхания. При этом, как отмечает врач, коронавирус, конечно, наложил особые условия на проведение диспансеризации, которая, кстати, проводится только для взрослых горожан старше 18 лет. Кроме соблюдения санэпидрежима, масочный режим, социальная дистанция и ряд других дезинфекционных моментов, которые проводятся, чтобы не создавать скученность, поэтому мы проводим у себя диспансеризацию, профилактический и медицинский осмотр по предварительной записи. Записаться можно по телефону 556-09, либо непосредственно в центре здоровья. Центр находится в поликлинике на Пушкина 172 и работает с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов. Также Виктор Подойма обратил внимание, что при симптомах вирусного заболевания и температуре получить консультации в обследовательском центре не получится. У нас в поликлинике осуществляется входной медицинский контроль в виде термометрии. Ну и если мы, конечно, работаем с предприятиями, мы заранее просим и говорим, что с температурой диспансеризацию проходить не нужно. И для себя, и для окружающих это опасно. По словам врача, пока специалисты центра работали на усилении в городских поликлиниках, от горожан неоднократно поступали звонки с вопросом, возможно ли пройти диспансеризацию. А вот сейчас мы с помощью вас можем информировать население, что диспансеризация и профилактические медицинские осмотры на базе Центра здоровья возобновлены, поэтому мы приглашаем как организации, так и население в индивидуальном порядке к нам в Центр здоровья.